В Северной Осетии могут открыть светотехнический завод. Перспективы развития производства накануне обсудили глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и управляющий партнер компании «Луч» Тимур Хубаев. Сейчас Волжский светотехнический завод производит свыше 2000 товаров. Это газоразрядные светильники, торгово-офисное, промышленно-складское и уличное освещение. Предприятие имеет свыше 20 патентов и сертификатов соответствия. Вячеслав Битаров признался, что был приятно удивлен новостью о приходе компании в Северную Осетию. Глава подчеркнул, новый завод даст новые рабочие места. Это очень важно для республики. Тимур Хубаев отметил, у Северной Осетии большой потенциал для развития промышленности. Сейчас специалисты компании разрабатывают дорожную карту по размещению производства на имеющихся площадях. Цель руководства предприятия – выйти на международный уровень. Во Владикавказе производство планируют запустить на территории завода «Вином».